который грядет. Это был номер из нашей самой-самой первой пробы такой театральной постановки «Новогоднего капустника. Рельсы, шпалы, Новый год». Вот там, значит, на вокзал железнодорожный заходили разные персонажи. Да. Вот. И вот, значит, мы с Юлей не узнаваем. В гриме, в котором даже мама родная меня не узнала в буквальном смысле этого слова. Мы изображали таких гастарбайтеров. Из Таджикистана, по-моему. Ты знаешь, какой у меня в Бухаре чайхана был? Не знаешь, слушай. Чай похож на авиценну и дешев весьма. Только многие не ценят тонкий аромат. Есть на все своя причина. Нужен женщинам уют, каша детям, а мужчины не живут, пока не пьют. Чайхана, чайхана, сядь не глядя на сыновках, не позволит обстановка грех разбития вина. Груз завод, как сахар, тает, чуден отдых на режим. Чай брю, алюм, летаем, чача пьем, свинья лежим. В странах северных холодных не в почете чай. Там пока что больше модно кофе при свечах. Там болезни возникают, у детей сплошной каприз. Много женских, а мужская лишь одна алкоголизм. Чайхана, чайхана, сядь не глядя на сыновках, не позволит обстановка крест распития вина. Груз забот, как сахар, тает, чуден отдыха режим. Чаем пьем, орел летаем, чача пьем, свинья лежим. В компании проходит речь, течет легка. Каждый смелый и благороден с пиалой в руках. Ни за что не отвечая, ничего не взяв в расчет. Хочешь счастье, выпей чай или чего-нибудь еще. Чайхана, чайхана, сядь, не думай, ничего ты. А как выйдешь за ворота, так душа полна. Нет напитка лучше чая, опыт предков нам не врет. Или сразу полегчает, или после проберет. Чайхана, чайхана, сядь, не глядя на сыновках, не позволит обстановка грех распития вина. Груз забот, как сахар, тает, чуден отдыха режим. Чая пьем, орел летает, чача пьем, свинья лежим. Это была песня Евгения Исакиевича, также гостя Обнинской ноты. Спасибо, Юля. А вас, Оксана, я попрошу остаться. Коля, я тоже тебя поздравляю. Я помню, как на фестивале «Оскольская лира» один из ведущих поэтической мастерской говорил, вот когда вы начнете выпускать сборники, вы поймете, что это дети. Это ваши дети по всем отношениям. И вы сами можете их критиковать, но когда будет критиковать кто-то другой, вы будете возмущены. То есть это поздравляю тебя с выходом сборника, поздравляю тебя с первым сольником, поздравляю тебя с тем, что ты 10 лет, да, мы с тобой подсчитали, 10 лет в Азисе. Вот. И я еще не сказала, что кроме того, что Коля выступает всегда охотно, всегда выручает, он первый заявляется на все программы, когда мы говорим о каких-то будущих программах. Он еще выполняет такую необходимую, очень важную работу. Он потом вот эти все записи, которые у нас, значит, на диктофон, и он их потом нарезает на треки, и благодаря этому можем слушать с дисков наши концерты, что, собственно, я и делала вот накануне, наш морской концерт, где ты был морским волком, таким боцмана играл, такого списанного, значит, на берег. Вот, замечательная была программа. Да, а сейчас я прочитаю два стихотворения Коля. Это необычно, когда тебе как актеру поручают что-то. Ну, попробуем себя в таком качестве. Так что из этого сборника, кстати, стихи. Как много народу, как мало людей. Так мало свободы и тьма площадей. В больших монологах на грош сильных слов настроили много, да мало основ. Травы клок зеленый погряз весь в крови. Как много влюбленных, да мало
любви. Не видно в оконце ни блага, ни зла, огромное солнце, да мало тепла. С небес ветер дунул, и век пролетел. Как много задумал, как мало успел. И вот нас не стало, и внуки поймут, что времени мало, хоть много минут. И второе стихотворение. Кружась в рутинной карусели, мы все твердим, что не успели, о самом главном не сумели сказать. И смотрим мы на мир сквозь дымку сладкого обмана. Там поздно носят маску рано, а за бескрайностью поляны скрыт путь, короткий, словно миг. И в заблуждении, что он вечен, мы забываем ставить свечи. Печаль друзей взвалив на плечи, несем от силы полпути. Любимых редко обнимаем, упавшие не поднимаем. И лишь вернувшись, понимаем, как глупо жаждали уйти. Стихотворение мое, которое выбрал наш сегодня бенефициант. Есть такое слово, да, бенефициант. Сегодняшний именинник. Все азартнее наши салочки. И глядя за игрой из окна, кто-то ставит и ставит галочки и записывает имена. Наливаются горькие чарочки, опрокидываются до дна. Память ставит и ставит галочки и вычеркивает имена. Браво! Спасибо! Сюжет, у тебя синяя есть, а такой нет. Розовый поэтому. Нет, да, спасибо большое.